Пара мыслей в рифму. Финальный сезон «Игры престолов». Мы помним его прекрасно. И как был нелепо поставлен на стол кофейный стакан из Старбакса. Случайно прошляпили, просто забыли. Но есть один важный момент. В Ирландии съемки «Игры» проходили, а Старбакса в Ирландии нет. Другой логотип, лишь немного похожий. Но это последний вопрос. Забытый стакан, пусть другое, но все же сети кофеен кучу денег принес. Почти 2,5 миллиона баксов составил чистый доход. Потирают руки владельцы Старбакса. Отличный, бесплатный рекламный ход. За это большое спасибо фанатам. И вот ты, фанат, мне ответь. А может, сначала подумать надо, прежде чем все подряд вываливать в сеть? Ведь тебе все не так, все и плохо, и мало, и можешь ты всех как снимать научить. Ну так сними хоть один эпизод сериала и смоги хоть одну премию получить.